Поубивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. И машина у вас страшная. Катафалка какая-то. Уважаемые зрители нашего канала, сегодня мы начинаем наш новый проект. Называется он «Восстановление бумера». В общем, есть у нас такой замечательный автомобиль, который называется BMW 740 96-го, да, года выпуска. С очень интересной судьбой. Куплен он был, если я не ошибаюсь, в 2013 году, где-то по осени. Моим хорошим товарищем Алексеем, с моей помощью, продавца в городе Марианты. Машина была без пробега, была из Германии, короче, без пробега по Литве и по России, соответственно. Посмотрели, прокатились, понравилось. Тачка на самом деле лонговая, в максималке, с телевизором, со всеми делами, 4.4. В общем, ездил на ней Алексей, радовался до определенного дня, который произошел в Санкт-Петербурге. Нехороший человек немножко ему подредактировал мордочку на своей десятке или там девятке, в общем. И, собственно говоря, машина после этого встала. Простояла она год, и сейчас мы решили ее восстановить. Долго думали, что с ней делать, сдать ее в разборку, взорвать ее в кинокомедии. Ну, в общем, решили ее восстанавливать. И сейчас мы будем весь процесс восстановления подробно снимать и постараемся вам рассказать все по этапам. То есть, ну вот сегодня, наверное, будет дефектовка, да? Мы будем смотреть, что у машины повреждено, и запишем весь список деталей, которые нужен для восстановления, и дальше будем потихонечку ее разбирать. Потихоньку обзваниваем уже разборки, продавцов, понимаем уже примерный бюджет по деталям, понимаем бюджет по работам. Многое делать будем сами, но без профессионального кузовщика вижу, что мы не обойдемся. Поэтому подготовительные работы все сделаем сами, вытащим мотор, коробку, разберем все подкапотное. Ну, в общем, весь пластик уберем. Дальше машина поедет к кузовщику. Кузовщик там все красивенько сделает. Дальше будем собирать. И потом планируется полностью покраска, наверное, в черный цвет. Поменяем весь хром на Shadow Line. То есть поменяем, наверное, колеса. Поставим поинтереснее, побольше, 18 или 19. Вот, все, что будет необходимо, там, прокладки, сальники, не знаю, всякие тросики, все это будет меняться тоже параллельно на новое, наверное, или на мало БУ. Вот, так что, ну, следите за нашим проектом, я думаю, что вам понравится, будет очень интересно.